Имя Людмилы Сенчиной стало синонимом нежности и элегантности на советской эстраде. Ее бархатный голос, способный проникнуть в самые глубины души слушателя, и ее актерский талант сделали ее истинной легендой мировой музыки. Родившись 13 декабря 1950 года в украинском поселке Кудрявцы, Людмила Петровна Сенчина была обречена на великое искусство. Жизнь Людмилы начиналась как в сказке. Обычная деревенская семья, мать-учительница, отец-директор поселкового дома культуры. Это именно оттуда Людмила черпала первые вдохновения, певучие роли в любительских спектаклях, восхищая своих близких и зрителей. Ее отец, который в первый раз поставил ее на сцену, не мог и подумать, что он дал начало карьере будущей звезды. С детства маленькая Людмила обладала необыкновенным чувством музыкальности и выразительности. Ее душевные исполнения не оставляли равнодушными ни одного слушателя. Она росла в постоянном общении с искусством и музыкой, а семейная атмосфера подогревала ее страсть к сценическому искусству. Именно это страстное стремление привело Людмилу в Кривой Рог, где она начала активно заниматься в музыкальных кружках и ансамблях. Она завоевывала доверие своих учителей и одноклассников своим несравненным талантом и артистическим мастерством. Окончив школу, Людмила с большим энтузиазмом поступила в музыкальное училище Ленинграда, где ее встречало новое испытание. Судьба приготовила для Людмилы неожиданный поворот. Опоздание на главный экзамен покрыло тучей ее мечту о музыкальном образовании. Однако именно здесь судьба улыбнулась юной артистке. Встреча с председателем экзаменационной комиссии стала переломным моментом. Людмила решила попросить шанс продемонстрировать свой талант, и ей удалось заразить своим вдохновением члена комиссии. Ее выдающееся исполнение серенады Шуберта оставило неизгладимое впечатление и открыло дверь в училище, где она могла развивать свои творческие способности. Так началась карьера Людмилы Сенчиной, которая с каждым годом приобретала все большую славу и популярность. Настоящий поворот в биографии актрисы произошел в 1977 году с выпуском фильма «Вооружен и очень опасен». Этот фильм стал настоящим хитом проката, а Людмила Сенчина – объектом всеобщего внимания. В сцене, где случайно обнажилась грудь Людмилы, была зафиксирована камерой, несмотря на то, что она не была запланирована в сценарии. Таким образом, актриса смело и непреднамеренно стала пионером смелости и откровенности в советском кинематографе. Популярность Людмила Сенчина достигла и в музыкальной сфере. Ее голос стал олицетворением нежности и гармонии, и ее исполнение старых мастеров, от которых отказались другие певцы, делало ее исполнение особенно ценным. «Чудо-кони» стали одной из первых песен, которые обратили внимание на Людмилу, но «Золушка» стала истинной визитной карточкой артистки. Эта композиция прочно ассоциируется с именем Людмилы Сенчиной и стала гимном ее непередаваемого таланта. Молодость Людмилы проникнута сложными переживаниями, присущими многим подросткам. В школьные годы она пережила свою первую любовь, которая оказалась для нее настоящим испытанием. Встреча с Борисом, парнем старше на 2 года, была началом их совместных мечтаний и планов на будущее, однако на выпускном вечере он разочаровал Людмилу, начав роман с девушкой из влиятельной семьи. Это стало для нее первым серьезным разочарованием в любви, оставив горький след в ее сердце. Дальнейший путь Людмилы привел ее к Вячеславу Тимошину, солисту ленинградской оперетты, который стал ее первым мужем. Разница в возрасте между ними составляла почти 20 лет. В браке, длившемся 10 лет, родился сын Вячеслав. Однако этот брак также закончился разводом, и Людмила стала искать свое счастье вновь. Самым ярким и трагичным периодом в ее личной жизни стала история с Стасом Наминым, лидером группы «Цветы». Их любовь оказалась настолько мощной, что Людмиле не удавалось сдержать своих чувств. Она описывала Стаса как творческую и интересную личность, открывшую ей мир новых музыкальных и культурных открытий. Тем не менее, ревность и запреты со стороны Стаса привели к разрыву их отношений. Затем Людмила вышла замуж за продюсера Владимира Андреева, с которым прожила около 20 лет. Несмотря на это, публика всегда интересовалась ее личной жизнью и приписывала ей романы с другими известными артистами, такими как Леонид Броневой и Михаил Боярский.
Ее жизнь была насыщена творчеством и страстью, но невероятная сила новых чувств и неотразимость таланта не могли защитить ее от тяжелой болезни. В конечном итоге трагический исход лишил мир яркой и неповторимой Людмилы Сенчиной. 25 января 2018 года мир потерял яркого светила искусства – народную артистку Людмилу Сенчину. Скончалась она в Санкт-Петербурге, оставив поклонников и близких в глубокой печали. Эту тяжелую весть сообщил ее супруг и продюсер Владимир Андреев. Слова о ее уходе отразили болезненную реальность. Актриса ушла из жизни в больнице. Мало кто из общества знал о непростых испытаниях, через которые прошла Людмила Петровна. На момент ее 67-летия в декабре 2017 года она уже болела полтора года. Эта борьба осталась скрытой от глаз публики, но ее внутренняя сила и мужество оставались несокрушимыми. Похороны Людмилы собрали давних друзей и коллег – Илью Резника, Иосифа Кобзона, Александра Розенбаума и многих других известных личностей. Уход исполнительницы хита «Хоть поверьте» покорил многих, и никто не мог поверить в такую неожиданную и раннюю утрату. Супруг и продюсер Людмилы Владимир Андреев оказался в состоянии глубокой депрессии после потери. После похорон прошло несколько лет, прежде чем Владимиру удалось справиться с горем и восстановить силы. Он установил надгробие на Смоленском кладбище в центре Петербурга, чтобы сохранить память о своей возлюбленной. Место стало центром внимания поклонников, которые приносят свежие цветы, чтя память о великой артистке. Сын Людмилы Сенчиной от ее первого брака Вячеслав остался в Америке, куда уехал еще будучи юношей. Эта драматическая утрата настигла семью, и каждый из ее близких нашел свой путь к смирению и воспоминанию. Сегодня в памяти людей остаются не только граничащие с совершенством исполнения Людмилы Сенчиной, но и ее борьба, стойкость и сила духа в трудные моменты жизни. Ее искусство и личный пример останутся навсегда в сердцах тех, кто ценит настоящую страсть к искусству и непоколебимую волю. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале. Вам точно будет интересно.